Доброго времени суток, дорогие друзья, партнеры. Мы с вами сегодня разбираем новую тему. Она касается бизнес-коммуникаций, и в первую очередь она касается умения проводить деловые переговоры и закрывать сделку. Существует целый набор приемов, которые учат человека создать ситуацию такой, чтобы тот, кто находится напротив тебя, совершил покупку. Причем в этой самой ситуации человек, проявляющий инициативу, руководствуется одним в основном – своей прибылью. То есть он сфокусирован на том, чтобы завершить сделку в свою пользу. Это западный, в основном американизированный подход и процесс, но сегодня подобный подход и процесс начинает давать сбои. Сегодня развивается другая технология, и мы с вами поговорим об этой технологии. Она созвучна прежде всего философии компании GL и философии обучающей системы Tor System. Эта философия сегодня подтверждена замечательным успехом Японии, потому что это применяется сегодня и в Японии, и в Корее, и все больше и больше в Китае, странах, которые развиваются, и которые берут не западный материалистический подход, основанный исключительно на фокусировке на своем успехе, а подход, который предполагает удовлетворение потребностей другого человека. С чего я хочу начать? Сегодня вы получите прям по пунктам, их нужно будет зафиксировать, записать, а можно пересмотреть вебинар, но вы получите целую систему, которая поможет вам иметь 100% эффективность. Я совершенно не оговорился, именно 100% эффективность в своей работе.